Большая перемена – это самый массовый проект для детей и подростков в современной России. Он помогает молодым людям, независимо от региона проживания, проявить свои способности. Студентка 4-го курса по специальности информационной системы и программирования Иванова Лена 22 ноября стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена» и обладателем премии в 1 000 000 рублей. Данный конкурс является флагманским проектом российского движения детей и молодежи «Движение первых». Соорганизатором данного конкурса проекта выступало Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь». Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». В отличие от традиционных предметных олимпиад, в конкурсе «Большая перемена» оценивается не академическая успеваемость, а знания и навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире. Умение работать в команде, способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление. «Большая перемена» – это все же про кейсы, про то, как мы работаем вместе с командой. У нас есть там дистанционный этап, и на дистанционном этапе я делала проект по экопросвещению молодежи. Было два этапа очных. Это этап в Ульяновске, полуфинал, и был в Нижнем Новгороде, финал. Впечатления просто шикарные. Наверное, я бы никогда не подумала, что я пройду финал, потому что до этого были не самые удачные попытки. Но сейчас мои впечатления, наверное, можно описать как просто бум. В стенах родного учебного заведения Елена ответила на многочисленные вопросы студентов об участии в конкурсе, о планах на жизнь и дальнейших проектах. Ее целеустремленность, грамотность, нацеленность на результат послужит примером для других проявить себя. Полина Сюткина, Ксения Белалова, Эдуард Новиков. Информационная программа «Ежедневник».